Для этого вкусного салата я буду использовать одну половину куриной грудки. Куриное филе я отварила заранее. Оно весит 250 граммов. Мясо курицы я нарезаю тонкими полосками. Чтобы куриная грудка после варки была сочной, дайте ей остыть в том бульоне, в котором вы ее варили. Затем я беру 3 небольших хрустящих огурца. Они весят 200 граммов. Огурцы нарезаю сперва овалами, а затем полосками. Аромат свежего огурца просто потрясающий. Дальше берем 2 отварных яйца. Яйца режем под стать предыдущим ингредиентам. Сперва овалами, затем продолговатыми полосками. Просто так будет красивее и эстетичнее. Измельченные яйца высыпаем в салат. Салат будет сытный и самодостаточный. Его можно смело подавать даже на праздничный стол. 100 граммов сыра я натираю на терке. Измельченный сыр идет в салат. Ну и, конечно же, нарежем зелень. 3 пера лука и несколько веточек укропа. Салат будет вкусным, сытным и при этом витаминным. Зелень режем мелко. Дальше салат посолим, обязательно по своему вкусу, и сразу хорошо перемешаем. Заправка будет такой: 2 столовых ложки растительного масла, 2 столовых ложки майонеза, измельчаем 1 зубчик чеснока, 1 щепотку черного молотого перца. Перемешиваем. И заправляем салат. Я надеюсь, что этот рецепт был для вас полезен. И такой салат вас порадует. Я рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам приятного аппетита, отличного здоровья и, главное, мирного неба над головой. До встречи, как обычно, в следующем вкусном видео.